Продукция фирмы «Букурия» влюбляет в себя не одно поколение. Попробовав однажды легендарные сладости, их больше невозможно забыть. На протяжении всех этих лет мы находимся в стадии постоянного развития. Например, конфеты «Молдова», «Вечерний Кишинев», «Метеорит» производятся с особой тщательностью. Мы сохраняем классическую технологию, но при этом постоянно развиваемся, как с точки зрения технологии, так и стараясь отвечать предпочтениям каждого нашего потребителя. Конфеты «Букурия» могут есть как взрослые, так и дети. Ингредиенты большинства кондитерских изделий отечественные, а те, что привезены из-за рубежа, заказываются у известных на международном рынке производителей, проверенных временем. Вся наша команда – хорошие специалисты и профессионалы кондитерского дела. На предприятии работает 1100 человек, благодаря труду которых ежедневно производится более 30 тонн продукции. Есть продукция для людей с диабетом, есть где очень низкое содержание сахара. Наши сладости можно есть детям, не переживая о том, что может быть спровоцирована аллергия. Есть постная продукция и сладости специально для периода зимних праздников. Ассортимент «Букурии» достаточно широк. Здесь производят около 250 видов кондитерских изделий. Ассортимент нашей продукции достаточно широк. Мы производим дрожжи, шоколад, конфеты, желейные изделия, зефиры, ириски, печенье, вафли. Наши специалисты проводят проверки на каждом из технологических процессов. Проверяются физико-химические показатели. Это обеспечивает высокое качество и гарантирует безопасность всех продуктов. «Букурия» давно по праву стала символом Молдовы. Сладости хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Торговая марка «Букурия» – визитная карточка Молдовы. Мы представляем наш сладкий опыт, который приносит улыбки и удовольствие нашим потребителям. «Букурия» была основана в 1946 году. Это крупнейшее в Молдове предприятие, специализирующееся на производстве всех видов кондитерских и шоколадных изделий, а также шоколада.